«Помоги спасти жизнь» – под таким девизом прошел неофициальный день донора в Шымкенте. Отметить заслуги врачей и доноров, а также рассказать о проблемах с донорством в Казахстане – такую цель поставили организаторы из общественного объединения «УМИД». Впервые в Казахстане проводится День донора. Цель этого мероприятия – помочь людям изменить свое отношение к донорству органов. То есть позитивное отношение. Мы даем информацию, буклеты, журналы, всевозможные конференции, круглые столы. В Южном Казахстане проведена 31 операция по пересадке почки. И на всех операциях донорами стали родственники больных. И сегодня к донорам особое внимание. 30-летняя Катира Айтпаева год назад подарила почку брату Амирхану. И тем буквально спасла ему жизнь. Мой брат получал диализ больше 2 лет, потом я решила помочь ему. Операция прошла успешно. Я думаю, если есть возможность помочь, то стать донором должен каждый или дать разрешение пересадить свои органы после смерти тем, кто так в них нуждается. Хотя социологические опросы показали, что завещать свои органы после смерти для спасения чьей-то жизни готовы 37% жителей области, в Шымкенте пока не провели ни одной операции с использованием трупных трансплантантов.